Добро пожаловать ко мне домой. В смысле домой, подожди. Я не понял, как это домой? О, извини, у меня не прибрано. Так, не балуйся. О, Господи, какой неряшливый. Марк! В смысле, мы что, где мы находимся? Где? У тебя дома? Да, я здесь живу. Как ты здесь? Тут же невозможно, тут же ничего нет. Тут все есть. В смысле? Вот у меня лампа, диван, ковер на полу, ковер на стене, ковер на потолке. На потолке? Да. Я пошел дальше. Так, Марк, успокойся, можно на пару слов тебе, пожалуйста? Вот буквально, слушай, вот люди, когда на тебя смотрят, они думают, что ты... То, что они думают, это уже хорошо. Да, это плохо для нашего правительства, но для нашей, да, человеческой компашки это очень хорошо. Так, Марк, подожди, ты вот здесь живешь хрен знает где один? Почему один? Мы будем жить с тобой вдвоем вместе. Так. Ладно, шучу. Прошу заметить, первый раз за 2 года. Ладно, черт с ним совсем. У тебя туалет тут есть? Есть. Но там нужно перед входом спеть песню Виктора Павлика. Я ее не помню, поэтому туда я не хожу. Ну, тут повсюду кратеры. Так, все. Короче, не нужно мне ничего, перетерплю. Какой-то кошмар. Ладно, Игорь, пойдем, я тебе кое-что покажу. Присаживайся. На кресло. Куда? На кресло. Сейчас что-то будет. Подождите меня. Слушай, вот 100% люди пришли сюда и очень сильно хотят узнать, кто ты. Может, ты откроешь свой шлем? А, это ты! С вами были Марк, Игорь Ласточкин, прозрачный гонщик и Виктор Павлик.